поговорим о сиськах. Вот вы маленькие извращенцы. Я негодую. Каждый раз, когда я захожу в магазин, я испытываю ряд неприятных эмоций. Нереальные очереди к кассе и к примерочной. Мальчики, которые примеряют женские топики. Фу, жарко. И охранники, которые вечно тебя подозревают. Начинается непроизвольная игра. Докажи охраннику, что ты не вор. Демонстрируй свой свежесделанный маникюр. Ведь воры не смогут себе сделать Прогреваю мой Бентли, я через 20 минут уже освобожусь. Доча, я что-то не поняла. Будешь разогревать? Ты приедешь сейчас? Я перезвоню. Но самое сложное в этой игре, знаете что? Это когда ты ничего не купила и идешь на выход. Пожалуйста, хоть бы я не запищала в этот раз. Портфель предательски запищал. Блин, попалась! Мысли попалась, ты же ничего не взяла. Но охраннику это понравилось. Ты совсем охренел? Ты дура? Когда действуют настоящие воры, охранники ведут себя именно так. У тебя появились прыщи, и ни один тональный крем это не скрывает? У меня есть решение. Иди умойся. Ты ведь сегодня наверняка не умывалась. Я уже 2 дня не умывалась, потому что я ищу корректирующее средство. Пиздец ты, грязнуля. Вот, другое дело. У тебя грязная голова? Сухой шампунь закончился, а мука уже не помогает? Есть верный способ. Просто помой голову, и она будет как новенькая. Вот это результат! У тебя осталось пятно от красного вина на одежде? И ты уже все перепробовала, чтобы его вывести? Выход есть! Просто перестань бухать! Ты посмотри, тебе уже нужен лайфхак, как убрать мешки под глазами и где найти новую печень. Ну или пей водяру, от нее вся одежда как новенькая. Это я вам как специалист говорю. А это, что там? Лайфхаки закончились, покеда. Заменил? Слушай, все, бросай его нахер. Детей сама воспитаешь. Я никогда не выйду замуж и не рожу детей. Какого хуя? Милая, может, обед сварганишь мне, а? Я ни для одного мужчины готовить не буду. О, макарошки, спасибо. Слушай, дорогая, а может, ты прическу как у Бузовой сделаешь? Ну, волосы обрежешь? Что? Я никогда свои волосы не обрежу. Смотри, дорогая, как Светка растолстела. А у тебя тоже щечки, смотрю, появляются. Я никогда не буду такой толстой. Ни хрена себе! Так, хорошо. Я никогда не буду миллионершей. Где мои миллионы? Это все только против меня работает. Но мужиком-то я никогда не стану. Твою ж мать! Да, вчера потусили, пипец. Да, я сейчас приеду. Вот это я себя собрала по кусочку. Капец, вчера бухнули. Месяц в браке. Я такая счастливая. Я его так люблю. Я буду для него все делать. Я его буду ценить, любить, обожать. Для меня самый дорогой человек в этом мире. Привет, дорогая. Ты где был, козлина? Я на работе был. Зарплату получил? Да, я тебе уже на карточку перевел. Сейчас посмотрим. Так, 500 рублей не хватает. Ну, я себе зимние сапоги хочу купить. Шикуешь, падла? Ладно, пойдем жрать положу. Мам, типа пюреха тебе. А мясо? А мясо иди, там низинка жарит курицу, понюхай в подъезде. Слушай, жалко, что у тебя второй почки нету. Так мы же на нее шубу тебе купили. Правильно, шубу купили, а айфон сейчас не на что купить новый. А без почек вообще человек может прожить? Ладно, я подумаю. А, кстати, я беременна, поздравляю. Так мы уже год раздельно спим. Сюрприз. Я ухожу к другой. Ну, ты вообще не современная, понимаешь? Подожди.
Тебе, может, мои очки не нравятся? Я их поменяю. На современную оправу. А лучше линзы. Вот. Секундочку. Вот. Все нормально. Волосы. Нужно распустить волосы. Что еще? Одежда. Нужен топик. А лучше вообще без одежды. Сиськи. Я сделаю операцию. Загар. И я буду загорать каждый день в соляре. А лучше каждый час. Я буду современной. Губы. Так, губы есть. Что еще? Тату. Туда. Туда. Куда? Ща. Пойдет? Что еще? Цветные волосы. Ща. Есть цветные волосы. Я могу быть грубой. Вы же это любите, да? Доброе утро. Ёпте. Грубые девушки пьют пиво. Я могу шутить и пить, бухлишка. Я буду снимать вайны. Так. Крутяк, а можешь соски проколоть? Что? So come and get it. Вообще офигеть. Я хочу заказать стриптизера на дом. И мне, пожалуйста, самого горячего жеребца. Стриптизера заказывай. Батюшки, дырки-то какие на штанах. Ну, хоть снимай, зашью тебе. Кто ж у тебя... Невесты нет, что ли, чтобы зашить? Господи, худой-то какой! Кушай, милок. Это я сама пекла. Кушай. Теперь-то уж можно начать танцевать? Ну давай, жги, чертяга. Тоже мне молодежь. Учись! Ха! Ушел. Десятый стриптизер уходит. Надо Путину пожаловаться. Так, пупсики мои, мы продолжаем наш бьюти-блог. Следующий этап в макияже – это румяна. Это мой любимый продукт, и я им давно пользуюсь. Набираем немножечко на кисточку. Подождите, это что, шарик? У меня шарик появился. Ну, приятно должно быть. Шарик. Всех нас сюда приносит течение. Всем приветик. У меня есть верный пес Билли. И есть самое божественное, прекрасное на этой планете существо. Это моя кошка Шанти. Чтобы получить еду, моему псу нужно выполнить множество от меня команд. Сидеть, лежать, сходи в магазин за прокладками, станцуй фламенко. И только после этого он получит свою еду. И как я кормлю свою кошку? Вот вам еда, не повышайте голос, прошу. Я еще добавлю, пожалуйста. Также существует различие восприятия непогоды за окном. О боже, это что, молния? Мы все умрем! Это что, молния? Какая прекрасная погодка. Вот бы сейчас погулять. Существенное различие восприятия игр. Это что, мячик? Играть, играть, играть! Тебе не надоело за этой игрушкой гоняться? Ой, солнечный зайчик! В любом случае, какая разница, как они себя ведут и в чем различие. Самое главное, что я их люблю одинаково. И они друг друга тоже любят! Но не... Появляясь на свет, мы уже понимаем, кем хотим стать. Мам, я хочу быть кондитером. Я буду художницей. Решено. Я буду музыкантом. Рок-жив. Хочу быть моделью. Решено. Буду поступать на актерские. Буду актрисой. Вот я единственное не могу понять, какого хуя я стала менеджером по продажам, а? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.